Посмотрели вы в электронной записи, там на 2 недели вперед все расписано. Вам, по идее, придется идти в порядке живой очереди. Один без записи, трое с записью. И если вы придете в 8 утра, то пройдете в 15 вечера. Есть лайфхак. Вы стоите на крылечке, поджидаете очередного, кто по записи. Заходите вместе, ну, после него заходите. И он спрашивает, у кого на 10:30? Все молчат. Если все молчат, вы говорите, у меня на 10:30. И все, таким образом вы идете по записи. Если отвечает, у меня на 10:30, вы съебываете опять на крылечко. И опять там ждете очередного по записи, который. Ну и повторяется. Приходит там у кого на 11. Молчат, если мы, ну, поняли, да? Потому что на 2 недели вперед, когда записываются, это охуевшие бабки. Они уже потом и не помнят, что они записывались когда-то там. Так что каждый третий случай будет результативный. Всем пока.